Мастерская интерьеров Юлии Шевелевой представляет вашему вниманию дизайн-проект квартиры под названием «Брусничный крем». Стилистика данного интерьера – уютная современная классика. Интерьер получился очень живым и достаточно ярким, но сохранил при этом утонченность. Важным условием при планировании кухни было выведение отдельной столовой зоны. Светлые и теплые тона дополнены акцентами лилового, синего и зеленого цветов. Фасады кухонной мебели также светлые с филенками. Фартук выполнены из бежевой рельефной плитки. Настроение всей квартиры чувствуется при входе в прихожую. Здесь на полу выложен ковер из плитки. Высокое зеркало в рамочке из молдинга расширяет небольшое пространство. В светлом коридоре внимание к себе притягивает консоль черничного цвета. Из прихожей в гостиную ведут раздвижные широкие двери с переплетом из матового стекла. Они создают ощущение легкости, пропускают свет и придают торжественность интерьеру. В гостиной выделены две зоны. Первая предназначена для просмотра телевизора, вторая – рабочая. Дверь на балкон заменили. Раскладка ее переплетов повторяет рисунок межкомнатной двери. Филенки на встроенной мебели, широкий потолочный карниз и шторы с подхватами подчеркивают стилистику интерьера. В спальне на одной из стен использована композиция из рамок. Противоположная стена оклеена обоями с растительным рисунком. Периметр комнаты очерчивают карниз и тонкий молдинг. Дверцы шкафа-купе классические по форме, но выполнены в насыщенном голубом цвете. Ванная и санузел раздельные, но заказчик хотел видеть их выполненные в одной и той же плитке. Для стен была выбрана бежево-кремовая плитка разных форматов. В качестве акцентов использовалась рельефная плитка с разными геометрическими узорами. Для пола выбрали яркие шестиугольники насыщенного брусничного цвета.